В России меняются правила получения пенсии на банковские карты. С 1 июля 2020 года все пенсионные выплаты будут перечисляться на карты Национальной платежной системы МИР. Это требование касается тех, кто открыл счета еще до 1 июля 2017 года. Те, кто сделал это позже, уже автоматически получили карту МИР в банковском учреждении. В Пенсионном фонде России предупреждают, кто не заменит карту в срок, не смогут получать пенсию. Банк отошлет деньги обратно в ПФР, и забрать положенные выплаты будет сложнее. Перейти на карту Национальной платежной системы МИР нужно только тем пенсионерам, которые получают выплаты через банки. При этом у россиян остался выбор, деньги можно получить и на почте, и в виде зачисления на счет по вкладу.